Так, мы сегодня заходим в эту интереснейшую пещеру. Много здесь, конечно, мух. Очень здесь прохладно. Никогда не думал, что вообще здесь такая пещера может быть. Насколько она, конечно, глубоко, тоже неизвестно. Какие кольца-то поверху? Обалдеть, не знал. С каждым разом для нас Волчак Кая открывается все более необычными. Насколько она еще уходит туда вперед, конечно, это неизвестно. Но в целом местечко очень завораживающее, конечно. Опасность именно пещер, что не видно, что там впереди.